Нас рассоединили наглым образом, потому что позвонил как раз товарищ, сказал, через 3 минуты подойдет, 3 минуты ему идти, 5 переодеваться, итого 8 минут. Связь беда, ну извините. Связь так себе, значит. Погода ноль. Хотите машину покажу? Ее, по-моему, отсюда даже видно. Мою любименькую. Вон она, моя хорошенькая. Сугробы. Кто-нибудь видел Порш сугробы? Стоит бедолага. Эй, давай, давай. Тупит перископ. Но почему-то Wi-Fi нет сегодня. Сегодня нет Wi-Fi. Сегодня просто этот. Только... Как он называется? А я не бухал. Не, не Панама, у меня 911. Похож на сугроб. Без шапки, ну я ж на работе, чё, я даже причесался. Слышите грохот? Я здесь на втором этаже тоже стану поднимать. We are going back to Thailand. Thailand. Yes, I'm going back next year for the Thai holiday. Every day, every year. Every year we going to holiday for Thailand. We looking for Thailand. It's good Thailand. 911 это классика, да. Это шикарно, это прекрасно, это замечательно. Чуть я соскучился по ребятам из тайских каникул. Вот Ригерта не хватает. Клокова давно не видел живьем. Только отправляю ему комплексы тренировочные. А он мне говорит, так делать, так не делать. Это больше, это меньше. Это лучше, это хуже. Вот. На Порше днищем зимой не скребешь. Че вам показать? Выход показать? Что-то я давно не делал просто. Оп! Йоут! Доброе утро! Ха-ха-ха! Я бегущий человек! Эй! Оп! Эй! Все, трансляция прервалась или еще нет? Есть, есть. Трансляция не прервалась. Видел, как Мишаня тараканов ел? Не, еще не видел. Так, что у нас сегодня? Мобилизация суставов. Голеностоп продвинутый. Кто кроссфитом занимается? Кто занимается кроссфитом? Форму зацени. Кубик. Раз кубик. Два кубик. А где жена моя, интересно? Жена моя, нет? А, наверное, спит еще. Она что-то поздно легла вчера, знаете, смотрели «Метод». «Метод» — такой этот сериал, есть Хабенский играет. Хабенский, кстати, играет шикарно. Сериал называется «Метод», и она начала смотреть. Я говорю, посмотри, прям красавчик-красавчик этот, Хабенский. Если плечо болит от жимов, как бороться? Ну вот, да, сериал классный, она просидела прям вчера, по-моему, серию 7 или 8 смотрела. Такая зараза. То же самое, я делал жим из-за головы, то есть я его не делал вообще никогда, а сейчас по программе как бы делаю. И перегружает вот эту связку, которая крепится здесь, и поэтому боль вот она где-то вот прям я ее нащупал. Массаж, йодовая сетка. Папа говорит, капустный лист приложи. Вот папа у меня капустный лист. Я ржал как-то, знаете, мазал. Там лечил, к врачу ходил. А этот, как фитнес, физиотерапия. Что только не делал. Он говорит, капустный лист. Я сначала ржал, а потом приложил капустный лист. И прошло. Это, конечно, вот эти вот средства народные. Они помогают. Вот были проблемы с коленями. Ну, то есть снимают воспаление, что гимнасты делали гемиксид, демиксид, раствор. А мы что делали? Я компресс водкой делал. Водкой компресс. Ну, внутрь нет. И подлечивает, как бы. Наверное, не подлечивает, снимает воспаление. То есть какое-то время вам нужно избежать на нагрузок, потом снять воспаление, а потом уже залечивать, закачивать. Да, наверное, где-то 1:3. И вот эти ротаторы укреплять. То есть мы делаем все время что-то одно, а вот эти вот всякие движения, они тоже так укрепляют. Самовнушение, естественно, помогает. Что, подтягиваться? Сколько раз подтягиваетесь? Давайте это. Сколько раз? Кто сколько раз подтягивается? С папой, как поеду в этот... В Екатеринбург так с папой обязательно.
30. Сейчас попробую прям в прямом эфире подтянуться, пока никого нет. Раз 20 сделали. Еще парочку, да? Хоу! А! Ух! Блин, тяжело! Та-да! Ху! Та-да! 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 Чё! Устал. Ну, спокойно, двадцаточку, если силы. А так, 32. Это Гераклион. Че, руки выпрямлял? До подбородка дотягивал. Спортом занимаюсь 7, сейчас 38. Поэтому сколько? Кроссфит, да? 31 год. В спорте, блядь. Спортсмен. Ладно, у меня подошел подопечный, поэтому пошел тренироваться. Всем пиз. А вы не видели перископ? Перископ нет. Вот перископ. Да, вот в эфире, вот. Хватит подтягиваться, да-да-да, хороший тренер. Ну вот, короче. Ну, сейчас ты в эфире. Да, мы в эфире, а они вот пишут, а у нас сейчас занятие будет. Всем до свидания, мы пошли работать. Это ваш тренировочный дневник. Я в прямом эфире подтянулся.